Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня подобрал вам крутой топовый проект. Капитализация здесь уже свыше 100 миллионов долларов. Также много листингов уже есть. И самое главное, это также дефляционный токен. Это мем токен, также NFT токен. То есть перспективы здесь довольно-таки большие. Здесь также у проекта имеются свои игры. А также имеется свой мерч. Поэтому, друзья, реально хороший проект. И в перспективе. Перспектива здесь, конечно же, огромная. Потому что здесь дефляционный токен. Каждые 2% от транзакции будет сжигаться, и часть из этих процентов будет перераспределяться. Поэтому данный токен выгодно купить и хранить у себя на кошельке и ждать тех моментов, когда уже будет там десятки иксов. Данный проект называется Hog Finance. Вот такая у нас здесь собачка, хороший довольно-таки сайт. Видно, что люди постарались здесь. Здесь у нас имеется белая бумага, также подробно это социальные сети, игры, но это нас перекидывает по сайту, чтобы мы сами не листали, чтобы все было по полочкам. А также можно язык поменять на английский и французский, связаться с проектом, также есть Hog NFT, также можно задонатить и так далее. Здесь получается это дефляционный токен, автостейкинг, да, то есть вам ничего особо делать не нужно, только стоит купить данную криптовалюту и держать. Это у нас токен ERC-20 на эфириуме. Также уже есть много листингов, это Whitebit, Biloxi, BKEX, OneInch, также CoinMarketCap, Coinbase, также очень хорошая биржа. И на ней довольно-таки сложно залиститься, но такой проект там уже есть. Поэтому, друзья, задумайтесь, чтобы купить на долгосрок и хранить себе крипту, потому что вы будете постоянно зарабатывать, потому что у проекта много холдеров в районе 40 тысяч, и я думаю, они будут приносить всем деньги, потому что дефляционный токен у нас. Также CoinGecko, Blockfolio уже есть, и вот важный анонс, то что скоро будет новый листинг на бирже BitOne. И как вы знаете, если какой-то листинг у нас происходит, то это сразу уже рост данной криптовалюты обеспечен, там процентов 10-20, смотря уже какая криптовалюта. И также здесь у нас рассказано о данной бирже, что она входит в топ-25 с большими объемами, 825 миллионов. Ну, в принципе, да, биржа хорошая, топовая. Друзья, первоначальная поставка у нас получается 1000 миллиардов. В обращении находится уже половина, потому что уже часть большую сожгли. Также есть у нас уже добавлена ликвидность, мы это все посмотрим, там она уже заблокирована, поэтому проект хороший, хорошо себе зарекомендовал. И вот давайте посмотрим, это взимается у нас налог в размере 2% со всех транзакций, чтобы предотвратить манипулирование ценами и стимулировать удерживание данного токена. И это действительно так. Текущее сжигание токенов у нас вот постоянно происходит, также происходит постоянно перераспределение. И вот расписано все по пунктам, как это работает. Да, вот у нас в обращении 100%, 2% будут изыматься от каждой транзакции. Видим, у нас сгорело 50, и 50 в обращении, также перераспределение идет. Видим, 70% от общего объема сжигается. Вот 70% сгорело, 1.4% сжигается каждая транзакция. Да, и 0.6% перераспределение идет между держателями. Также здесь у нас расписано, что это дефляционная криптовалюта. Также у нас есть тут заблокированная часть на Unicrypt. Здесь все можно посмотреть, друзья, все тут у нас публично. Вот все данные предоставлены, 85.2% заблокировано. И вот эти деньги. Также расписано, по каким срокам они заблокированы. Также есть еще ликвидность, сожжены, белая бумага, можете посмотреть, кому интересно. Советую, друзья, задуматься и приостановить свое внимание на данном проекте, потому что проект и реально стоит вашего внимания, потому что уже капитализация довольно-таки серьезная. Также хороший момент, что дефляционный токен, и здесь небольшая часть сжигается, всего лишь 2%. А на остальных проектах, в моих обзорах, это было там и 9, и 5%, это, как по мне, довольно-таки много. Также у нас биржа, это Uniswap, Whitebit, Biloxi, BKEX. И здесь у нас инструкция, как пользоваться данной криптовалютой, как пользоваться MetaMask, чтобы покупать данную криптовалюту, что для этого нужно. Здесь все полностью расписано по пунктам, можете перейти, также посмотреть, если кто-то что-то не понимает. Также здесь есть вот еще скриншоты. Есть дорожная карта обязательно, вот их невыполненные пункты, которые уже были сделаны. Также вот еще что осталось.
Ну и весь пункт, в принципе, можете рассмотреть, что уже было выполнено. Также, друзья, еще немаловажно, что у проекта есть еще свои игры. Это очень хорошо, потому что с такими играми сразу же появляется NFT, спрос и так далее. Больше пользователей, больше денег, больше транзакций, и мы на этом с вами будем зарабатывать. Вот получается игра какая-то прикольная со свечами, да, и какой-то персонаж здесь прыгает. Это у нас собачка, так понимаю. Да, и мордочки ее. Здесь еще есть и свой мерч, можете заказать. И мерч довольно-таки прикольный, мне нравится, стильный. Кому футболка, кому худи, можете заказывать. И часто задаваемые вопросы. И вот самое главное, что Хок не входит в Binance Smart Chain. Но возможно у нас появится в дальнейшем мост. И может быть туда еще и часть Хок перейдет. Это, кстати, было бы очень хорошо, потому что там низкие транзакции. Также еще есть Facebook, Reddit, Telegram, TikTok, Twitter. Есть даже YouTube Хок Finance. Еще раз YouTube, еще один YouTube. В общем, всего хватает. Давайте теперь посмотрим по графику. Вот цена при листинге была какая. Вот видите, кучу нулей и там один. Потом сумасшедший рост на 7000%, да, ребята заработали. Помимо роста криптовалюты еще были транзакции, люди еще дополнительно зарабатывали. Потом пошла коррекция, сейчас видим уже уровень поддержки здесь, и такой уже восходящий канал у нас образуется. Поэтому, друзья, я думаю, сейчас момент для того, чтобы покупать данную криптовалюту. Но это не инвестиционный совет, а просто моя. Также уже есть на CoinMarketCap, вот можно скопировать адрес, есть Explorer, Etherscan, кому интересно, смотрим там транзакции, холдеров, видим здесь также график, в принципе, идентичен тому графику. Суточные объемы 4,7 миллиона, довольно-таки хорошие. На CoinGecko, видим, у нас людей добавили в избранное больше 7 тысяч, это также хорошо влияет на данную крипту, на ее рост, на ее продвижение. Видим, капа у нас 108 миллионов, суточный объем, видим стоимость одного хок, вот это количество. Также давайте посмотрим на проценты, что у нас происходит. Видим, за 30 дней у нас просадка хорошая, и за 14 дней даже плюс получается такой. Давайте открываем максимальный график и видим, что у нас листинг был позже, а на CoinMarketCap раньше. Также давайте посмотрим по биржам. У нас максимальный объем торгов происходит. И видим, что у нас самый большой объем проходит на BKEX. И это очень хорошо, потому что у нас торги именно к USDT. Потому что мне как-то не очень удобно, когда торговать к другой крипте. Там разные курсы, просадки. И для меня это очень пока сложно ориентироваться. Видим, это у нас DeFi, MEM, NFT, видим все в одном наборе, все в одной криптовалюте, поэтому, друзья, задумайтесь, сам уже задумался насчет этой крипты, себе также буду покупать. Видим холдеров 39 тысяч, огромнейшее количество, большой комьюнити, много транзакций, 122 тысячи, и видим, они происходят буквально каждую минуту, и на этих минутах мы можем с вами вместе зарабатывать. Да, купили бы себе уже крипты, сидели, даже если бывает какая-то просадка, и за счет того, что люди делают транзакции, покупают, продают, обменивают, что угодно делать с этой криптой, получается постоянное сжигание, и вы будете зарабатывать такой себе стейкинг, ничего не делая, даже без стейкинга, просто держа данную крипту у себя на кошельке. Советую присмотреться, друзья, сам буду покупать. Ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно комментарии, все читаю, ни одного не пропускаю. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. На этом у меня все, всем, конечно же, профита, друзья, пока-пока.